кстати, через вот эти видосы очень укрепляется, так скажем, связь, очень укрепляется связь. То есть, как бы, то, что знаю я, те выводы, которые делаю я, знает и он. Так что пользуемся данной схемой. То, что слышу я, знает он. Информация сразу поступает моментально. Нам не нужны ни сообщения ВКонтакте. Нам не нужна обычная человеческая связь. Я отвечаю, что я его могу найти, так скажем. Я его могу найти в городе. Я могу его найти в любой точке мира. Так скажем. И когда это нужно будет, я без телефона, без всякой фигни, ну, так скажем, я смогу найти его в любых таежных лесах, даже если он где-то под океаном, нахрен, в подводной лодке у меня будет, я найду его, отвечаю, когда это нужно будет.